И к спортивным новостям. Сразу к трем масштабным соревнованиям готовятся дагестанские борцы вольного стиля. Гран-при Иван Ярыгин, международному турниру на призы Курмагомеда Курмагомедова и чемпионату республики. Тренируются ребята в школе вольной борьбы имени Гаджи Махачева. Там побывал наш корреспондент Гаджимурад Зиаудинов и увидел, как все проходит. Все поняли? Больные есть? Нет? Так, вот так день за днем борцы вольного стиля школы имени Гаджи Махачева готовятся к ответственным стартам. Двухразовые тренировки, правильное питание и работа над ошибками. Залог успеха, считает наставник спортсменов, один из ведущих специалистов вольной борьбы республики Саидахмед Магомедов. В школе созданы все условия для полноценных тренировок, включая тренажерный зал. Идут хорошие тренировки, утром, вечером ребята тренируются. Правда, есть вот некоторые травмированные, вот ведущие наши ребята, но я думаю, к этому времени они тоже вылечатся и приступят к тренировкам. Я хочу сказать большое спасибо Далгату Махачеву. Он помогает нам, тем более, когда ребята выигрывают официальные соревнования, он приходит, награждает их, поощряет денежными премиями. И это дает дополнительный стимул ребятам, чтобы вот тренироваться и готовиться к соревнованиям. Бороться, искать, найти и опережать – девиз представителей школы Гаджи Махачева. Здесь практикуют своеобразные мастер-классы от известных наставников. В гостях у спортсменов – заслуженный тренер России Идрис Гитинов, отец серебряного призера Олимпийских игр Арсена Гитинова. Молодежь охотно прислушивается к подсказкам специалиста. Те традиции, которые были в нашем заложении, это покойным Али Алиевым, Заглавом Абдубековым, Суракатом Асетиловым. По этим людям, которые идут сегодня, вот это вот ребята, очень приятно на них смотреть. Приятно, что труд ребят, которых сегодня у тренеров, которые труд сюда закладывали, вложенный труд их, это наша кузница, наш традиционный вид спорта, это вольная борьба. Пятница для борцов – день схваток. Подопечные Саидахмеда Магомедова и братьев Абдул-Басыровых готовятся к столичному молодежному первенству и международному турниру на призы Курамагомеда Курамагомедова. Ребята постарше оттачивают мастерство к февральскому чемпионату Дагестана. Самое главное, то, что не хватает для многих спортсменов – функционалка. Вот стараемся вот как бы в оптимальной форме подойти к соревнованиям. Конечно же, хочется поблагодарить своих наставников, в том числе Магомеда Саидахмеда Зульхуджаевича и Сана Далгатова. У нас в общем очень хороший тренерский состав. Потом и огромное спасибо, то, что они терпят наши, можно сказать, неудачи и так далее. Ну, то, что от нас требуется, мы будем максимум стараться проявлять на международных, на всероссийских турнирах. Подающий надежды Магомед Хабиб Кадимагомедов готовится к гран-при Иван Ярыгин, который пройдет в Красноярске. В копилке спортсмена победы на международных турнирах памяти Али Алиева и Степана Сарксяна в Ереване. Формула успеха борца – упорные тренировки и работа над ошибками. Бывали времена, где у меня не получалось. Долгое время я оставался без медали, можно сказать, целый сезон. Нигде даже не поднимался на пьедестал. Но теперь терпение, упорный труд, я думаю, с верой приведет к успеху. Обязательно, если спортсмен будет упорно трудиться в зале каждый день, утром, вечером, я думаю, этого хватит спортсмену. Ближайший турнир, в котором примут участие борцы школы имени Гаджи Махачева, стартует 16 декабря в Каспийске. Гаджимурад Зиаудинов, Ирасхан Мисриханов, Рамазан Амаров и Хаси Газиамарова. Время новостей.